Сегодня мы рассмотрим удар с разворота в корпус. Fire bitch, get a bag from it, then I never call her. Now she tripping, going crazy, nigga, tell her let her bubble. OG see me coming through and they say that's a baller. That's a baller. That's a nigga starting from the bottom, really in that order. Man, car in the past that. Есть четыре вида, значит, вот, один из них с места, значит, начальные три движения, которые азы, которые должен знать каждый, то есть начинающий, который изучает этот вид удара. То есть первая постановка передней ноги, второе это группировка, то есть перемещение с носка на пятку и в это время группировка. То есть в этот момент, значит, при постановке ноги смотрим, значит, с этой стороны плеча. При группировке уже смотрим с этой стороны, да? То есть вот эти два основных движения, которые мы должны изучить. И третье это сам момент нанесения удара. То есть раз, два, группировка, три. Второе движение, оно наносится именно в движении вперед. То есть, например, человек отходит назад, мы делаем длинный шаг вперед. Тоже он делается молниеносно, быстро, раз, и наносится удар. В момент нанесения удара носок смотрит вниз, то есть пятка, она как острия, то есть в момент нанесения, вот примерно в таком положении. Так, теперь в движении назад, например, соперник на нас бьет, мы делаем движение назад, заново, назад делаем движение, и также выставляем ногу. И пошли заново. Раз. Еще раз. Раз. И четвертый вид удара. Это, то есть, со сменой ног. То есть, передние на задние. Ее можно делать и с места. То же самое, ее можно делать в движении. То есть, в момент перемещения ног, они смещаются в такое положение. То есть, например, ты планируешь делать на меня движение. То есть в момент нанесения удара одновременно, значит, попадает удар в цель, и нога, которая стояла как опорная, приземляется в один момент вместе с ударом. Это движение вперед. Больше такая из тэквондо, да? Удар. Да, она больше из тэквондо. И в принципе тоже как арсенал. Все это делается примерно. Вот из этих четырех ударов, в принципе, состоит, его можно делать, ну, под разными углами, под разными перемещениями сразу. То есть ее прятать можно там за комбинацию ударами руками, левую пропустить, например, ударили, например. Потом то же самое, мы, да, скажем, ударили удар в живот, например, и после этого, например, он начал движение назад, назад движение, да, и раз переместились. Потом на встречных курсах, например, бьет он джеб, можно убирать и пинать. Бьет правой прямой, пинать. Вот в таком плане. И ошибки. Самые распространенные ошибки при нанесении этого удара. Есть распространенные ошибки, которые, то есть, могут повторять, например, просто по незнанию. Это вот, например, я говорю, что вот именно при нанесении удара, то есть выкидывают ногу, и вот этот флажок закидывают со стороны. То есть соперник сразу видит, что какая-то угроза отсюда идет. И здесь мы должны именно удар, то есть чтобы спрятать его, начало атаки, чтобы не видел наш соперник, удар наносится из-под низу, да, как конь, знаете, да? Угу. Двигающий, да, такой? Да. То посмотрели и ударили. Потом этот удар, то же самое, можно, ну, основная ошибка, это, то есть, и вторая ошибка, кстати, есть такая, то есть прямая спина, то есть они как, например, при нанесении удара спина вот так прямая, это вот эта грубая ошибка, потому что сам удар набирает силу от этого маятника, жесть.
То есть здесь, значит, основные моменты, значит, мы ставим ногу, и в момент нанесения удара мы должны одновременно сделать наклон и выставить ногу. То есть частая ошибка, это значит, поставили ногу. Прогиб в спине, да? Вот прогиб в спине. Да, прогиб в спине. Почему он не нужен? А? Почему не нужен? Этот удар? Почему не нужен прогиб в спине? Ну, потому что... Сила теряется или что, или скорость? Сила теряется, и, как сказать, вот, например, при нанесении удара, вот вроде бы здесь мы с этого маятника мы набираем еще скорость дополнительно. Все. А здесь он вот так блокирует жизнь. Быстрее, короче, да. Быстрее и амплитуда, да, дальше идет? Да, и амплитуда дальше, да. Угу. Вот.